И последнее. В Мирном прошел спецпроект КВН «Встреча поколений». На одной сцене собрались КВНщики Алмазной лиги, школьники и ветераны клуба. О том, кто стал обладателем кубка, расскажут наши коллеги. Три президента Алмазной лиги на одной сцене. Такое видишь не каждый день. Ведущим Кубка поколений стал первый президент Константин Дегтярев, заместитель председателя профсоюза «Профалмаз». Знаете что, я так скажу, вот Константин Борисович, вы вот эту кашу заварили, вы первый президент, да, у нас. Вот, пожалуйста, сами и разгребайте. Я пошел отдыхать. Всем нет, пока. Нет, мы так не договаривались. Подожди, Роман, ты куда? Кость, слушай, ну я сборных старого поколения готовлю, там без меня никак не обойдутся. Так что, ну, ты как-нибудь здесь поставь память, давай, пожалуйста, ага. Ну, видимо, мне придется вести. Тогда начинаем. Наравне со взрослыми играли и ученики. Сборная школьной лиги КВН не побоялись такой серьезной конкуренции. Шутили малыши в основном на школьные темы. Мир нам открыли релакс-центр для учителей. Мне на один сеанс. Здравствуйте, вот сюда, проходите. Сюда. Да, вот сюда. Тетради. Тетради. Ой, два. Два. И тут два. Два, два, два! Соперники в полуфинале Алмазной лиги, а сегодня одна команда. Игроки «Алмаз Автоматики» Института Якутнепроалмаз объединились в одну дружную команду. В этот вечер на сцену вышла и команда старого поколения. Ветераны КВН доказали зрителям, что порох в пороховницах еще есть. Да мне вообще кажется, что от наших шуток попахивает нафталином. Леша, это не от шуток, это от нас. Ну а самыми смешными в этот вечер была сборная города Мирного. Друзья, на сцене полиция. Полиция моды. Мальчишка, друзья, а специально для спецпроекта я подготовил подарок. А как известно, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Шаловливыми руками встречайте! Встреча поколений – это разминка перед финалом Алмазной лиги. А главная игра этого года пройдет 17 декабря во Дворце культуры «Алмаз». Анна Винокурова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».